Вот мне говорят, вы 20 лет почти ведете программу «Сам себе режиссер». А что, как вам не наскучило? Ведь на самом деле, ну... Ведь, наверное, уже раз мальчик на 150 все мальчик повторилось. Из любви всегда дернет девочку за косичку. Жених обязательно всегда на мосту уронит невесту. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ничего, собственно, не меняется. Самое клевое для меня... Вот мы снимаем программу сразу циклами, блоками, да? Ну, потому что такова логистика и бюджет таков. Мы снимаем там 15 программ за 2 дня. Это 15 за 2 дня. 15 программ за 2 дня. Это студийные съемки. В каждой программе 4 интервью с гостями. Соответственно, вы посчитайте, да, мы умножаем 15 на 4, и каждый из гостей приезжает еще с кем-то из своих родственников, да, то есть вот все эти люди приезжают. Самое клевое для меня — это как раз общение с людьми. Где живут, что делают, как работают, как там время убивают свободное, да, и так далее, и так далее. И, в принципе, вот эти беседы, программа «Авторитет», которая была на радиостанции, ну, я понимаю, что я сейчас не могу произносить слух, вот, это тоже были встречи с людьми. «Москва. Территория малого бизнеса» — это как раз встречи с людьми, которые к этому имеют прямое отношение. Просто я безумно любопытный человек, я очень люблю быть в качестве интервьюера. И, собственно, вот это и связывает все эти проекты, все эти программы. Я люблю задавать вопросы, люблю отвечать на вопросы, вообще люблю болтать.